С вами компания «Электромотор». Сегодня очень такая прикольная тема. Хочу вам рассказать про тачку на аккумуляторе, самоходная. Моделька у нас называется ZEVB500LI. Очень такая невостребованная на рынке вещь, но очень прикольная. Особенно тех, кто катает вверх по этажам, по палкам с грузами. Значит, в чем особенность данной модели? Значит, стоит тут литий-ионный аккумулятор и стоит электродвигатель. Давайте посмотрим вперед, что мы имеем. А здесь на рукоятке мы имеем просто включили, провернули вперед, вот так, и тачка сама тебя тянет. Причем, я скажу, такая тяга очень-очень даже приличная. Киловатт, полукиловаттный движочек. Само переднее колесо, видите, пневмо, мощное. И для тех, кто таскает грузы, супер вариант. Здесь мы имеем уровень заряда и тоже тумблер включения-выключения. Очень простая в управлении. Значит, есть 4 колеса, то есть и так она может стоять. Ручки очень приятные, говорю, очень-очень. Здесь у нас, здесь не пластик, здесь металл. Поэтому, если вы занимаетесь строительством, вообще идеальный вариант. Видел я такую подобную вещь. Кстати, брали такие тачки у нас и на... Это вот... Там, где кто занимается свинками. Животноводы. Так они, по-моему, называются, эти люди. Потому что таскать корма, развозить очень удобно. Мощные дуги, все классно сделано, все провода поджаты. Где еще? Я думаю, что еще можно найти миллион применений данной техники. Очень, кстати, популярна в Европе. Есть подобная техника у синей японской фирмы, которую все знают. Но там она в районе 50 тысяч гривен. Данная моделька, рекомендованная розничная цена, в районе 15 тысяч гривен, то есть в 3 раза дешевле. Торговая марка Zipper у нас австрийская, техника качественная, на гарантии, гарантия 2 года. Не забывайте про промокод на всю садовую технику любых брендов у нас «Трава-2020», обязательно вводите. В общем, смотрите наши обзоры, подписывайтесь на наш канал. Торговую марку Zipper рекомендуем, советуем, в общем... Добро пожаловать в «Электромотор». Покупайте качественное, покупайте то, что на гарантии. Всем привет!